пробила ограждение, залетела на парапет и оказалась в сквере. Сегодня около 11 часов утра на 9-й станции Большого Фонтана произошла разрушительная авария. БМВ 3-й серии выехал за пределы проезжей части после нескольких ударов об бордюры. Находившаяся за рулем баварца девушка утверждает, она не виновата. Произошло по вине автомобиля, который подрезал и в связи с тем, что он подрезал и пришелся удар о боковую правую обочину, где бордюр, машину повело и вынесло на полосу. Девушка утверждает, ее автомобиль подрезала черная Honda Accord. Вероятность того, что причиной аварии стали неизвестные лихачи, скрывшиеся с места ДТП, довольно высока. Эту версию приехавшим на вызов патрульным подтвердили очевидцы. Если бы я то свидетель, автомобиль рухался с 8-й станции далекого фонтана в сторону 9-й по прямому русі, крайней правой полосе. Потом автомобиль Honda Accord почав її підрізати в результаті того, щоб уйти від зіткнення. Вона вдарилась в бордюр з правої сторони, її відкинули на забор і в результаті сюди. Автомобіль покинув місце події, другий. Девушка-водитель прошла на месте экспресс-тест на алкоголь. Прибор Драгер подтвердила. Она трезва. От медпомощи также отказалась. Надежная немецкая автоматика уберегла. Сработали все по кругу подушки безопасности. А вот машину потрепало изрядно и со всех сторон. С оторванным колесом баварца увезли на ремонт.